Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я, как всегда, маэстро партнер один. Так, я недавно почитал, значит, ну, уже пишут комменты, это хорошо, потому что идет хотя бы какое-то такое, знаете, общение, да, и взаимосвязь того, что все-таки игра интересна, и интересно, как говорится, не только смотреть, да, но и обсуждать. Значит, давайте я расскажу, что у меня здесь происходит, да, и вообще, что я тут сделал. Ну, во-первых, я проверил, значит, теорию того, что грузовая вот эта вот грузовая железнодорожная станция, она грузит мясо и скот. Да, но самое интересное, что если посмотреть на... Так, сейчас, секундочку, где она тут, железнодорожная... Да, вот, если вы сюда, вот если сюда посмотреть, то она ни хрена не должна мясо грузить. Да, то есть склад, да, ну вот всякие компоненты и стойло для скота. Все. То есть мясо здесь, по идее, не должно появляться. Но она грузит. Это очень прикольно, потому что хотя бы теперь я, ну не только я, теперь и вы знаете, что грузовая железнодорожная станция грузит не только скот, но и мясо. Так что мясо вот можно таким способом вывозить. Значит, построил я, ну вот предыдущие, да, видели, я, в общем, 5 полей, но, если честно, они не справляются. Ну, как не справляются? Ну, в общем, мало их. Вот, чтобы поддерживать всю эту инфраструктуру. Да, видите, я, ну, как бы поставил закупочку небольшую, вот. Ну, и на роицу тут, конечно, не особо ездить. Надо сейчас будет... Бам-бам-бам-бам-бам. Где у меня тут? Вот она. Карлуша поедет сейчас. Ну, его последний автобус, в общем-то, за баксики, которые его распродали. Его больше нет. Видите, осталось только непосредственно техника. Обычная такая. Так, значит, я сейчас... его оп, отправлю. Ну, он вроде как раритет, да, но с другой стороны, что стоять, пусть работает. Итак, значит, я поля, и поляю я вот здесь еще. О, слушайте, они уже подоспели, а я что-то, блин, стормозил. Я думал, они еще делаются, поэтому так, значит, сюда. Я вот эти вот дорожки маленькие, вот эти, я не назначаю строительство по одной простой причине, что там приедет машинка маленькая, пока она доедет, пока она все это сделает, в общем, нафиг. Так, это все, да, забрал. Иногда просто бывает, автомат не сразу схватывает. Кто-то писал в комментах, что мясо типа невыгодно возить, поскольку его мало там и так далее, но если честно, выгодно, почему нет? Если посмотреть на цену мяса, она стоит 2000, да? При этом скот стоит 1400, ну то есть разница на 1000. Не, можно, конечно, и скот возить, я не спорю, то есть можно отсюда. То есть здесь единственное, надо забить очень много-много рабочих, да, тогда они будут, ну, чтобы в полную силу работал непосредственно этот комбинаты. Вот, поэтому вот сейчас я второй автобус пустил, чтобы он побыстрее привозил рабочих. То есть помимо того, что у меня вот здесь вот, я переселил со своего, ну там, так скажем, с центра переселил сюда, на окраину, заполнил. Ну вот им что-то тут не нравится, учиться детским садом. А, ну это ничего страшного. Вот, значит, здесь есть, они входят сюда вот на фабрику. Здесь вот есть, ходят на фабрику. В общем, здесь много. Я уже тут, да, вон, видите, уже почти дом заполнен. И этот почти дом заполнен. Так. Давайте вот это отменим. Пусть они
одного домика ходят, а эти пусть бродят. Может быть, он, кстати, достает. О, замечательно, он сейчас вот сюда придет, будет. Здесь много работников будет. На мясокомбинат, ну, можно не очень много работников на самом деле ставить. Самое главное это ставить вот сюда, потому что не будет скота, да, не будет и мяса. Вот. Ну и тем более они 5 человек довольно-таки быстро перерабатывают скот. Вот, и просто даже не может успеть выращиваться. Так, это что у меня? А, это домик, который я еще не построил. А, и здесь. Ну, я их пока не буду трогать, потому что, видите, у меня еще здесь там не все, ну, в общем, не все заселены. Вот. Шахта, блин, работает в полную силу. У меня он уже... А, все вывез. А то тут полная эта фигня стояла, железная. Так, и где у меня этот чудик? Вот он. Да, купил парочку... Вот такие вот, один пояс такой вот. Ну, прикольненький такой электровозик. Я, правда, не знаю. Так, давайте мы его, наверное, выведем. Посмотреть, так сказать, да, чтобы наглядно. Ну, прикольно, мне понравилось. Знаете, еще красного цвета такого. Ну, как раз вот для руды, для железа. Стали возит такой вот. Вот, прикольно. Так, цемент я до сих пор не понял, пока не разобрался. Может, как его загрузить на... Хотя, может быть, тоже железнодорожная станция. Ну, вряд ли, я думаю. Потому что я много вариантов каких-то пробовал, в общем, не получалось. Построил две... Теперь у меня две фабрики ткат. Это швейных. Ну, в общем, фигарят одежду... А, урожая нет. Ну, понятное дело, нет урожая, потому что у меня тут, скорее всего, какой-нибудь коллапс, да? Нет? Нет, слушайте. А, грузится. Ну, бог, вот он загрузился, отлично, поедет. И, значит, вот эти поля у меня теперь тоже, видите, много полей здесь. Здесь маленький построил. Ну, и здесь курирует такой, скажем, чешка. Ч3, по-моему. Да. Вот. Она курирует непосредственно с этого склада, как я и предполагал, на этот склад. В общем, она туда-сюда ездит. И здесь я перестроил развилочку. Видите, пришлось вот такую штуку здесь сделать, чтобы это она... В общем, здесь перестроил. В общем, перестраивал кучу, много... Блин, задолбался. Вот. Да, сейчас вот... Ух! Как говорится, вздохнуть. Да, вот, кстати говоря, по поводу пассажиров, перевозящих, в общем, поставил, значит, чтобы возил пассажиров, но, к сожалению, почему-то электрички нету. Я поставил такой электровозик, вот такой вот, он тут возит три вагончика, вот, хотя, если честно, вот этот я не помню, я вот на таком не ездил никогда, вот я вот на таких вот. Стоять, тапамба. Так, где эту? Вот, вот на таком я помню. Я всегда езжу вот на таком. Да, у меня эту деревню. Волхвощина, когда еду. В Сочи ездил. Ну, это еще тогда, в советское время, вот. А вот эти вот... Ну, там единственное, что паровоз. Ну, это электровоз, и был не тот. Там был тепловоз, по-моему. Вот, а электрички почему-то нету. Нету электричек. Странно вообще на самом деле, почему-то они не стали. Прекратили свое существование. Сейчас, секунду. Вот, я еще такую вот электричку, точнее этот электровоз закупил. Нету, представляете? Блин, пропала электричка. Эрка пропала. Она с 86 года, она вот. Или с 80 какого-то года, в общем, пропала, ее нет теперь. Блин, приходится вот теперь электровозики такие вот я купил и пассажирские пару вагончиков. Но вот я хотел еще, знаете, какой вот этот вот, по-моему... Да, вот они, два вагона, какие я... Ну, не помню, они СВ-шки, еще какая-то там, не помню, плацкартные. Вот. Их я помню, они темно-зеленого такого цвета.
Ну вот, я на их, я еще помню, был маленьким, катался. Так, куда их? А, вот сюда вот. Все, погнали. Я хочу вот этот еще тепловозик посмотреть, электровозик посмотреть. Он прикольный. Бухарист. Надо ко. Правда вот. Слушай, мне кажется, или здесь колеса не крутятся? По-моему, это все-таки да. Колеса вроде не крутятся. Интересно, а у вагончика? И у вагончиков тоже, походу, не крутится колеса. Ну да. Ну, бывает и такое. Либо, знаете как, либо они так быстро крутятся, что я даже... Кажется, что они стоят на месте. Так. Блин, где этот электровозик? Вот он. Сейчас мы у этого посмотрим, будет у него крутиться колесики или не будет. Нет, не крутится, видите, вот даже вот так вот, если на камеру смотреть, эти они даже вообще не шелохнутся. Так, а чего у него? Опаньки, да, вот такая вот ерунда у меня бывает, случается с электричеством. Не... А, когда мало народу начинает работать. Да, у меня начинаются проблемки. Ну, это, знаете, скажем так, ничего страшного не случается. Он там постоит пару секунд и потом попрет. Вот, возят они пассажиров туда-сюда. А, даже работников каких-то увозят. Блин, конечно, работников бы не хотелось бы, чтобы отсюда возило. Ну ладно, если, знаете, если где-то работа есть, пусть они лучше там работают. А, скорее всего, знаете, куда они? Они в этот, в институт, да, едет. Вот, и здесь я поставил... Почему здесь? Потому что они сюда вот приезжают. Так, надо вот, знаете, вот этих вот студентов и просто пассажиров убрать отсюда. Хотя... Да, пусть они лучше вот на эту станцию, либо на эту ходят и не парятся. Здесь будут одни это, рабочие только приезжать и уезжать. Так, хотя... Да, пусть будет так, наверное, только рабочие. Вот, видите, и работнички, у некоторые работники, они ходят на поля. Да, вот так вот. Бегают на поля, помогают, так сказать, комбайну собирать урожай. Ну, если честно, ну, так себе, на самом деле. Я бы не сказал бы, чтобы они шибко очень как-то помогали. Так, и давайте за баксики еще купим, значит, один такой. Он 35 работников заменяет. Нужен будет трактор один и парочку этих камазиков. Все. Ну, надеюсь, сейчас должно быть, да. Ну, пошустрее будет непосредственно с урожаем. Ну, он, видите, уже полный контейнер тут фигарят в 3 или в 4 смены. Так, а давайте, знаете что... Нет, не будут они у меня на поля ходить. Вот так вот мы их распределим. Пусть они на заводы лучше ходят. Да, и вот у меня непосредственно грузится этим мяском на 23 тысячи. Но тут единственное, что алкоголь еще остался. Видите, он на самом деле, маршрут я ему выдал. Это вообще тут такое... Кренделя он выписывает. Так как он у меня сначала заезжает на склад сюда вот. И здесь он грузится, ну, едой, алкоголем, одежка, электроника. Там все-все-все он берет.
приезжает вот на этот склад, здесь выгружает. Все, что остается, лишка, ну, как, которую он не выгрузил, да, ну, поскольку склад заполнен, если вы увидели, да, он вообще заполнен. Вот. И он едет вот сюда, вот здесь вот разворачивается и едет за мясо. Вот. Мясо загружает и потом едет его уже на таможню сбывать, потом снова на склад. То есть такой вообще. Вот. Здесь не сделал, поскольку здесь очень большие горы. И, ну, не горы, а горки. А горки выпрямлять здесь вообще жесть. И, ну, в общем, самый лучший вариант был вот здесь вот, как говорится, сделать его. И вроде как, ну, нормально. Он работает и приносит, как говорится, прибыль, и все отлично. Так, ты кого забираешь? Работников. Блин, вот не хотелось бы мне работников, чтобы они забирали, а? Давайте-ка вы, ребятки, вы не будете работников забирать, а наоборот сюда будете привозить. Вот так вот. Так, и, наверное, да, здесь отменим рабочих. А, подождите. Нет, рабочих мне надо... Нет, пусть они ходят. Я же не помню, кто-то написал в комментах о том, что якобы... Что те, кто на остановке не реализовались себя в работе, ну, некуда было пойти, они разбретаются куда-то вот на ближайшие предприятия. Если честно, я вот наблюдал, нифига они не разбретаются. Вот, вот 9 человек они как стоят, и они сюда вот не прибавятся. Ну, то есть, если, да, вот есть базовое образование, так как сейчас вот поезда, видите, они не забирают работников. И работники сейчас будут стоять тупо. Ну, вот, где они тут? Вообще ушли. Никто не хочет. Да, ну вот, ну ладно, бог всем. В общем, я их сюда вот отправляю. Все, кто приезжает работяг, я сюда вот отправляю на автостанцию. Поскольку с автостанции они уезжают на перерабатывающий завод и на шахту. Вот. Шахта очень нужна. Блин, почему? Так, ты поехал? Поехал. Хорошо. Так, давай-ка мы тебе тогда 15, да, человек. Еще максимум. Ну, бог, ну, хорошо. Эти два человека даже осталось. Я сюда поставил вот такого, за баксики купил Карла маленького. Вот. Он вполне себе его справляется. Ну, что-то 15 человек. А он загружает, по-моему, 20, 25 человек. Видите, так что одного вполне хватает для того, чтобы его туда-сюда возить. Единственное, я бы, знаете, что... между шахтой и вот этим переработкой я бы еще, конечно, сюда бы влепил бы этот склад сыпучих. Да, потому что, видите, когда там на заводе никого нету, они прекращают здесь вырабатывать, ну, этого руды. Руда 20 тонн заполняется, и все, и они тупо стоят. Простаивает рабочая сила. И вот хоть надо, может быть, сюда куда-то ее. Потому что, видите, вот здесь вот пока поезд там гоняет, ну, туда-сюда ездит, а здесь есть склад. Я думаю, может быть, складик как раз сюда куда-то поставить, да? Интересно, он сюда поместится. Если кто еще не в курсе, этим, чтобы приближать камеру, вот когда строим, да, то есть если колесико крутим, он крутится объект, но если нажмем в это время shift и покрутим колесиком, то будет приближаться камера. Так что вот, если кто не знал, теперь вот вам вот такой вот, как говорится, совет, и будете теперь знать, как это все делать.
Я, если честно, это уже давно знаю, просто как-то вот, блин, забыл. Вот. И недавно как-то, не помню, где-то, в общем, кто-то написал, или в Стиме, что ли, написал кто-то, что как приближать, нельзя приближать, что это за фигня. И я думаю, блин, думаю, хотя бы, знаете, лучше поздно, чем никогда. Вот. И решил в этой серии все-таки рассказать о том, что все-таки можно вот так вот делать, приближать. Так, ну вот, собственно говоря, у нас все прекрасно. Блин, урожай дохренища. А вот рабочих как-то... Серьезно? Подождите, а почему вы... Так, стоит Сапамба. Слушайте, если урожай вот отсюда не убирается, это будет жесть. Не, зачем тогда мне вот это вот... Я же специально соединил этой хренью, чтобы... А, все, пошел. А, это... Значит, если у меня закупка включена, блин, вот странная. Ну ладно. Вот в этой ситуации, видите, закупка тупо в конвейер перестала работать. А вообще, по идее, должна наоборот, ну, закупка включаться тогда, когда нету, например, совхози и докупать. А она, видите, наоборот как-то сделала. Просто взяла и перерубила все. Ну, фиг с ним. Так, ты куда уехал? Сколько ты взял? Давайте ему, наверное, 49 мяса. Да, я думаю, максималку, да, включить 49. Они как раз вырабатывать сейчас будет довольно-таки неплохо, да? Так, а давайте еще немного прибавим людей. Во. Видите, уже более-менее... А, видите, уже вот простаивает, уже не хватает скота. Так, тогда мы его на... Как он называется? Мясосовхоз. Значит, на мясосовхоз мы поставим больше приоритет, чтобы они... туда ездили. Так, а вы едете с рабочими? Едешь с рабочими. Карл, где ты? Угу. Так, а вы куда побежали? Ага, вот туда побежали. Зашибись. Ну ладно. Вот такие они бегают странные, главное им не дойти пешком. Видите ли, там пару метров не пройти. Блин, вот, да, 10, вот 5 человек, видите, нормально, а 10 уже, конечно. Но, с другой стороны, если заполню, вот если 50 человек здесь будет работать, я думаю, как раз вот эти 10 человек будут справляться. Либо строить еще мясосовхоз. А, подождите, а если мясосовхоз построить, то... Блин, тогда сюда я как-то не особо. Да? Ну да, видите, у него только два выхода. Да, то есть нет смысла. А, подождите, блин, что я туплю? О, вот здесь вот, вот. Отсюда? А нет, подождите, у нас же скота не хватает. Ну все правильно. Совхоз, видите, здесь две, только у мясокомбината два выхода. Так что нет смысла. Ну... Да и ладно. Так, мы, знаете, я что хочу сделать? Я, наверное, пожалуй, еще одну куплю, значит, автобусик. Где у нас? Вот. Будут три там кататься. Так. Все, давай, Лиазик, вперед. Так, у этого, блин, опять у меня что-то проблема, походу, с... А, ну правильно, они... Зашибись, вот эти вот... Вот
какой-то, знаете, немного дебилизм с этими светофорами. Ну, проедешь? Отлично. Так, знаете, значит, надо где-то... да, я, слушайте, вот с этим чекпоинтом я понял, в чем дело. Смотрите, он не как светофор действует, а он дает понятие, что он может двигаться. То есть это как бы приоритет. Ну, то есть вот, если здесь зеленый горит, он будет ехать. Вот. При этом, по-моему, он... Да, вроде как... Но если здесь сюда подъедет какой-то, вот если я сейчас выпущу поезд, и он поедет вот по этой линии, то вот этот чекпоинт, он, грубо говоря, сразу красным загорится. То есть он как бы, ну, не то что подает приоритет, светофор более приоритетен, нежели этот чекпоинт. Вот. Так что вот такая вот. В светофоре главная дорога, чекпоинт на это второстепенная. Вот она. Блин, конечно... Чуть-чуть замудренно рассказал, но надеюсь, что меня поняли. Так, отлично, вот он привез нам урожайчик. Вот, да, вот и бывает, видите, вот такая вот встанут эти поезда, и начинается небольшой геморрой. С поставками начинается минус жесточайший. Так, кто-то у меня опять, блин, ворует доллары в доллары. Ну ладно, бог с ним, там рано или поздно, как говорится, нормализуется. А я могу, можно, конечно, чуть-чуть прибавить этого. Ну нафиг. Так, опять началось. А вот он. Так, а ты куда, а ты вот почему вот здесь вот не приезжаешь, объясни мне, пожалуйста, а? Вот, видите, я ему раз, все, дал, здесь не светофор, а просто тупо проезжай и все. Вот, теперь они разъедутся. Да, рефрижератор, я, кстати говоря, изначально не ставил рефрижератор, а потом что-то посмотрел. Оказывается, мясо хранится только 2,5 тонны на мясокомбинате, но это очень мало. Хотя было бы интересно, да, если бы в игре было по раз, так и портилось все. Так, кстати говоря, на автобусике тоже люди катаются, учащиеся. Можно, конечно, полностью впустить их на... Блин, вот почему вы сюда идете, объясните мне. Образованные, высшее образование, а без образования нет? Нет. Так, тогда отменяем, нафиг. Все, уходите отсюда и сюда больше даже не приходите. Так, ну вроде бы неплохо. Да, видите, уже 35 тонн тут накопилось. Я надеюсь, больше не стоит нигде, опять не встали эти. Так, вот здесь. А где ты? А, вот ты вот. Нормально. Да, такой вот. Не, прикольненький, прикольненький он такой. Да. Слушайте, я не знаю, вот кто-нибудь может мне объяснить, а почему на задней стороне вот это вот стоит, а не на передней поднят усик этот? Вот я сколько раз не смотрю, очень, ну, практически вот Transport Favor тоже покупаешь, почему-то вот сзади стоит. Ну, то есть поднимается сзади усик, а нет, что, ну, по идее, это спереди. Ну, было бы красивее. Вот. Или это все-таки особенность такая вот. Хочу вот такой вот паровозик купить. Я думаю, может, действительно. Вот Томаса вот этого. Но он стоит, блядь, почти лимон баксов. Так. Слушайте, а может, действительно подкопить лучше сейчас. Давайте я вот на рубли переведу. Так, давайте, народ, забивайтесь. Вам... Во-во-во-во, давай-давай-давай, до 50 человек. Во,
А то, блин, филонят, представляете? А, кстати, я что-то это, я тоже тут торможу. Можно же, значит, вот отсюда. А, вот эти три домика мы сейчас расселим. Я думаю, жители возражать не будут переехать в пригород. Тем более здесь свежий воздух. Она где-то будет свежий воздух у них. Вон, смотрите, да, я только успеваю это переселять, они уже тут этот он снова. Да, вот, то есть у меня тут. Так, и давайте, наверное, сюда. Все, что ли, я. Все домики? Да, слушайте, надо тогда сейчас строиться еще. У меня там парочку домов вроде бы стояло, да? Да. Давайте этот построим и этот построим. Что-то я как-то думал, что надо будет. О, 50, отлично. Сейчас они будут вырабатывать должны много. Ага, и все равно не хватает. Так, стоять за бомба. 10, да, нет, давайте 5. Сейчас посмотрим на 5. Да, ну, значит, слушайте, значит, 5 человек должно нормально перерабатывать. Так, или 7. Ну вот 7, к сожалению, не сделать, то есть 5 либо 10. Так, ну 5 человек нормально. Да, вроде как 5 человек справляются. Отлично. Да, давайте, знаете что, Машка. Машка у меня как раз туда-сюда катается. Где она там? Вот она. Стоять, стопамба. Так. Она со склада забирает всю, что. Ну, всю эту канитель. Потом она приезжает сюда. Пусть она здесь грузит еще этот. Будет она грузить или не будет урожай? А, нет, она не будет. Да, урожай не будет, потому что он не подсоединен. Ну хорошо, так, дальше она сюда едет, но урожай она не будет выгружать, а будет уже на складе выгружать уже полностью урожай. А урожай там как раз нужно будет и на одежку, и на всякую всячину. Так, интересно, у меня здесь есть переходничок? Ни хрена нет переходничка. Хорошо, а если мы. Так, где у нас. Элеватор. Ну тоже, видите. Даже если сюда поставить, ну смысла не будет. Он все равно будет уходить туда. Ну вот почему вот у некоторых, блин, куча вот этих выходов. А вот где нужно. Вот прям. Как закон подлости. Ну, как я говорил, кто-то написал, согласен. Это как. С одним из комментов, что это прям пазл, вот это вот производство, как этот. Все вот эти стыки, переходы сделать, это действительно собирание пазла. Да, я, кстати говоря, не обращать внимания, я по сетке ничего не делаю, я делаю так на глазок. Пусть так. Я надеюсь, да, ну, наверное, догадались, да, что я хочу сделать. Это пусть запустить туда нашего. А я вот не знаю, какой бы туда. А, подождите, только он. Доступная железяка мясо. Ну, а. Но он их не грузит. Странно. То есть доступно, но не загружает. Так, давайте-ка. Так, сейчас. Давайте я все-таки
Нет, не купил пока. Давайте-ка сейчас проверим все. Как-то мне это странно на самом деле. То есть пишет, что есть, но не грузит. Да, вот это все-таки самый клевый поезд. Ну вот из. Ну зелененький еще такой, красненький, точнее ничего. Ну вот этот самый клевый. А, ну и Ч3. Нет, не хочет. Какая скотина. Странно, а почему он тогда пишет, что доступно, но при этом не грузит? Вот, кстати, я... Если я сейчас включу загрузка, значит, этих скота, он будет скот грузить. Вот смотрите, видите, он пошел скот грузить. Но при этом он урожай не грузит. Хотя показано, что доступно. Что он должен оттуда вынимать. Ну, по идее, он должен отсюда вынимает, а совхоз вынимает непосредственно отсюда. Ну, то есть, какая должна быть система-то, да, конвейеров? Что та продукция, которая не реализуется в мясосовхозе, должна переходить ее на грузовую станцию. Вон, 136, они, блин, никуда не деваются. Кстати, КамАЗик, и я ему сейчас... скажу, чтобы он, значит, загружался. Так, стоять. А, загружаться он в любом случае. Так, полностью загружайся и полностью выгружайся. Вот. То есть пока стоит наш, так сказать, паровозик будет стоять. Видите, я поставил полную загрузку. То есть пока он не загрузится мясом в полной мере. Вот он будет стоять. За это время ему туда наш пигует КамАЗик навезет вот эти. Ух, ёпарасте, смотрите, какая тут. Обалдеть. А вы знаете, это бывает вот такие вот. Все ломанулись, я знаю по какой причине. Где-то нету еды. Да. Вот, я это знаю, почему, потому что у меня такая ерунда уже была. И сейчас все ломанутся, вот в этот магазин будет ломиться. Где он, блин? Нет, это детский сад, вот сюда он они будут ломиться, да. Видите? А, вот, они ломанулись. Да, приехали, да, нету еды, а почему нету еды-то? А, сейчас, подождите. Я вот здесь где-то поставил про... Да, похоже, вот в одном из... Так, здесь... Нет, этот не забирает еду. Этот должен наоборот... Значит, какой... А, вот, значит, вот этот вот должен забирать. А еду будет забирать, точнее. Да, вот эту надо отменить. И... поставить ему здесь загрузочку, чтобы он полностью загружался. Хотя не, хотя если он полностью он там будет простаивать, потом он все равно всех будет задерживать. Не, тогда, наоборот, тогда вот обратно вернуть. Все, не будет теперь еду забирать. Так, ты давай уматывайся на 100, нормально так, на 100 тысяч. 11 мехкомпонентов, алкоголя и пластика. На 100 тысяч, охренеть. Так, а где у меня... Слышь, Машка, Машка, где твоя ляжка? Так, а вот, ты же у меня тут стоишь, точно. Вот, ну вот он сейчас, видите, вот сейчас этот будет ездить и быстренько наполнит его урожаем. И тогда он не будет мяса, хотя может быть и мясо и будет ждать.
А, у меня два рефрижератора стоят перевозки мяса. Ну да. Они там берут, по-моему, по 24. Ну, в общем, ладно, пусть пока грузится. Либо, может быть, создать еще такую, типа, машки. Так, а где у меня горит? Ага, ты... Все, отлично. Но я боюсь, что... Да, но здесь нужно будет тогда прокладывать двойные рельсы. Блин, тоже мне пока не, ну, не очень хочется. Так, хорошо. Блин, алкоголя, конечно, даже хрена. Так, а где у нас еда здесь? Еда здесь есть? Вот, еда, 56 тонн. Так, давай-ка ты мотай. Так, сейчас у меня машинка одна загрузится, вот. Все, и давай. Беги. Беги, вези еду. У меня здесь, видите, вот ездит вот такой вот газончик. Ну, если честно, вот, блин. Называется торговый центр. Ну. Я не знаю, вообще у нас не было, по-моему, торговых центров. У нас в СССР было универмаги. Универсамы. Да? Я не помню, чтобы были торговые центры. Ну, конечно, он такой, знаете, выглядит не очень. Так, а ты чего у меня, Так, иди-ка, стой и тоже загружайся. Вот, так что вот такая вот, собственно говоря, у меня полностью идет инфраструктура налаженного производства, добыча, переработка, в общем, все, как говорится, и всего помногу. А, еще, знаете что, вот как только люди сбегают, ну вот видите, они побежали еду, им нужна еда, срочно еда. И как только они сбегают, значит, в другой город, естественно, никто здесь не работает. Работает крайне, ну, там остаются единицы. Это те, кто затарился, грубо говоря, да, привез к тебе домой еду, видите, вот, и тогда они начинают работать. Но пока они не затарились, они вот сюда, туда-сюда будут бегать. Так, это ты уехал, уехал. Так, ты кто? Так, где Машка? Вот ты. Ну давай быстрее. Так. Слушайте, ну нормально, 68 тонн нафигарили еды. Сейчас как раз у меня этот Машка заберет. И там народ не будет так сваливать быстро. Так, что у меня тут? Ёпарасоте, тут вообще завал. Тут. Ну, здесь довольно... Ну да, здесь учится неплохо. Дети опять баксы куда-то потратили. Зато миллионы. Миллионы, миллионы, миллионы. Смотрите, вот тоже странное дело, да, чуть-чуть, вот, ну, блин, расстояние, да, большое же расстояние, но светофор нифига, он не хочет. Так, а подожди, а ты чё еду-то не забрал? Вообще странная. Странная фигня. Так, ладно. Так, а этот, наверное, скорее всего, да, этот стоит ждет, а ему некуда сгружать. Можно, конечно, сюда поставить. Как он называется? Склад какой-нибудь. Ну, типа вот этот вот большой, типа.
Как он там, блин? А, элеватор. Может туда элеватор вот так вот поставить? Чтобы он сюда его сгружал. Ну, пути он ездил бы, сгружал, а потом этот прижал бы, забирал бы это все. А слушайте, а как вариант, почему нет, Витя? Так, сейчас... Да, Витя хотел немного закончить уже, точнее, закончить серию, но... Тут появилась идейка. Так. Сейчас мы это все доделаем. Так. Блин, ну... Какого ж ты... Так, сюда. Так, это сюда. И, а, и дорогу. И дорогу. Да ладно, ты еще и не соединишься. Ну, будет, блин, нифига ты. А то ты мне тут начинаешь выкабиниваться. Так, совхоз и не грузовая, а получается элеватор. Так, этот удаляем. Сколько он? Ох, ни хрена у него вместимость, прикиньте, 800 тонн. О, жесть. А, блин, еще ему нужна электроэнергия. Так, а где у нас? А где ты идешь? Слушай, а вот где ты вот? Ты же где-то идешь? Здание не подключено к электро... слушайте, надо же. Так, а вы откуда берете электроэнергию? Ага, вы берете вот отсюда. Так, хорошо. Тогда мы делаем... Так, тогда мы делаем вот так вот. Здесь удаляем. Здесь сюда, здесь у нас переходничок стоять будет. Так. Ты сюда. Так, значит. Сюда. И поставим... А, слушайте, давайте мы вот этот снесем. Только его перевернем. Вот так вот. Даже вот так вот, наверное. Так что здесь я еще, может быть, какую-нибудь эту... Ну... Футбольный, либо теннисный корт какой-нибудь, может быть, поставлю. Ну-ка, ты дотянешься до элеватора? Ну, отлично, все, ты дотягиваешься. Вот, все, будет теперь этот ездить, сбагривать у нас элеватором. А вот еда почему-то меня беспокоит, что он не возит. Так, это ты не тот, это Машка. Так, ты давай выезжай. Так. Мясо. А, мясо-то мне не надо здесь, слушайте. Да, у меня же мяса здесь нету. Вот. Вот, забер... Ну ты чё, блин, ну...
Ты жопа с ручками, 2 тонны только забрал. Ну ладно, хотя бы он забрал, и то и хорошо. Сейчас хотя бы 2 тонны сюда привезет. Народ хотя бы что-то из еды. Блин, ну у вас мясо, жрите мясо. Мясо хорошая тема. Так, вот, 2 тонны уже нафигарил, да? Ты молодец. А куда ты поехал сейчас? А, у тебя бензинчик заканчивается. Да. Можно сюда, конечно, еще один или этот поставить, совхоз. Ну, так, тоже будет, наверное, я думаю, перебор с этими совхозами. Так, вы у меня строить дома собираетесь или нет? Где у меня этот дом? Так, здесь вы построите. Так. А почему здесь не соединено? 37. А, ну этот они... А, по-моему, они вот этот, да, построили новенький дом. Да, туда уже заселились. Так, отлично, еда у нас есть. Так, здесь... ты что у меня здесь? А, ты... А, вот он стоять будет до тех пор, пока идет какое-то наполнение. Он будет тупо стоять и ждать, пока его там наполнят. Блин, я еще выгрузку от... Тоже, блин, слегка непонятная фигня. Ну, ты, а чё ты не забираешь? То есть 3,7 тонны забрал, а вот откуда ты забрал? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну, так, это я тогда за кадром посмотрю. Откуда он эти 3,5 тонны забрал? Ладненько, давайте на сегодня, наверное, все. Пока. Пока. С вами был я, моя квартира 1. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Первый раз подписывайтесь, значит, на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну и пишите комменты, что вы об этом думаете. Особенно интересно, куда делились эрки. Ну, это электрички. Наши такие вот, которые в пригороде есть. Вот. Куда они могли деться? С 89-х годов пропали, и их больше нет. Все. Играйте, как говорится, напоследок. Как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.